Здорово, сынку. Что такое есть наше товарищество? Бывали и в других землях товарищи. Но таких, как в русской земле, таких не было товарищей. Бедою. Нет у тебя, полковник, больше полка. И хутора твоего нет. И жены у тебя, Тарас, тоже нет. На совете старейших мы решили идти на Польшу! Прежде били добрые, а уж теперь так бить будем, что пят не унесут.